Здравствуйте, мои дорогие. 60 кадров в секунду, да, это мой любимый формат, потому что именно при этом формате можно идти и не переживать о том, что творится на заднем плане. Дрожит ли у тебя там iPhone в руке, либо не дрожит. Пофиг им. Один фиг. Потому что 4К, 60 кадров в секунду, это нечто. Это что-то с чем-то. Да. Люблю я свою айфошку-крошку. У меня айфошка-крошка, маленькая прошка. Я уже забыл, как я правильно говорил. Мой племянник точно знает. С первого раза он запомнил наизусть. Но вот эта вот флора фауна, которую я хочу передать, это просто трындец. Это... Я один ролик только, короче, выложил в интернет. Мы с моим племянником подняли его, так сказать, с братаном подняли его на самое максимальное качество, чтобы посмотреть, получается, там 2000 API. Я говорю, ты прикинь, короче, какая детализация. А он мне говорит такой, блин, ты чё детализация? Ты прикинь, говорит, какой звук. Нет, звук. Там получается звук такой. На другом берегу какие-то девчонки что-то делали. Так добрый, слышно? Я говорю, блин. Меня забили весь эфир. Он такой говорит, елки зеленые. Такое ощущение, что они возле себя сидят. Блин. Кажется, будет не день, да? Все должно быть. Где-то там на работе. Вот так. Много людей. Я такое ощущение, что все безработные. Или все работают, как я. 2 через 2. Убийственный график. Сейчас еще одно замедляющее видео, поэтому встретимся в следующих роликах.